В честь юбилейного года района и города во Дворце культуры прошла праздничная ярмарка, на которой была представлена продукция ручной работы, после чего в зрительном зале прошел яркий концерт. А как все происходило, смотрите далее. 1 февраля 2023 года исполнилось 60 лет со дня образования Амурского района. Кроме того, свой юбилей 65 лет в этом году отмечает и сам город Амурс. По этому случаю в районе начались мероприятия, посвященные этим праздничным датам, которые будут отмечаться в текущем году. Празднование юбилея нашего муниципального района. У нас вообще юбилей на этот год. 60 лет району, 65 лет городу, поэтому мы уже начали делать праздничные мероприятия. И сегодня здесь, в фойе, у нас проходит ярмарка наших рукоделец. Специально для ярмарки рукодельницы подготовили свои лучшие работы. Это и картины, и бижутерия, мыло ручной работы и просто сувениры, чтобы порадовать близких. Картины эти вышиваются лентами. Вот. Ну, добавляются тут стразики, бусики, краски, в общем, все, что попадется, говорится, под руки, то и прилаживаем. Я занимаюсь изготовлением продукции из эпоксидной смолы, ювелирная эпоксидная смола. Работы занимают, ну, в пределах недели. Это если большое количество заливок, они заливаются формы, и вот получается вот такая красота. Участие приняли не только амурчанки, но и мастера из села Оми и Джуен представили свои яркие работы, которые отражали нанайскую культуру. Представлены куклы, традиционные, национальные, небольшая сувенирная работа, мелкие работы, ну и отражающие нашу нанайскую нацию. Сегодня ярмарка в честь праздника. Обереги есть, вот обереги. От чего они? Это глаз дракона. От чего он оберегает? Здоровье, долголетие. Вот черепашка, например, это долголетие. Здесь тоже вот тигр. Как бы хозяин тайги. Кроме ярмарки, в холле Дворца культуры прошел мастер-класс нанайской куклы для деток и всех желающих, которые проводили специалисты городской библиотеки. Мероприятие, посвященное Дню району по изготовлению нанайской куклы. Таким образом, мы показываем творчество не только наше русское народное, но и тех людей коренных, которые населяют наши края. Ярмарка сопровождалась маленькой концертной программой, в которой принимали участие ансамбль бардовской песни «Крылья» и хор ветеранов Амурского района. Все очень нравится, мероприятие шикарное. Песни хорошие. Это барды поют, я так понимаю. Вообще все отлично, в восторге, все нравится. Может быть, что-то выделить, что-то изменить? Нам очень понравилось манайские вот эти все поделки, вообще великолепно. Интересно, что ты, наше родное? После окончания ярмарки все присутствующие, которых собралось немало, прошли в зал, где был яркий двухчасовой концерт, на котором выступали коллективы города и района. Концерт был также посвящен юбилею нашего района. Ирина Арабинская, Юрий Щетина, телеканал «Амурск».